Дорожки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу Марса Дайгерса, а также себя в Майнкрафте Покетилижн. Собственно, как вы понимаете, сегодня я солью еще два скина, именно свой скин, как вы просили раньше, и скин Марса Дайгерса, его также просили. К сожалению, скин Маши Play я не смог найти, нигде в интернете его нет, но если вы скинете, конечно, его сейчас в комментариях или пришлете на него отдельную ссылку, я буду очень рад, я выпущу даже отдельное видео еще с этими скинами, и я буду, друзья, их, правда, рад. Ну что ж, мой скин вы всегда видели, обозревать его, наверное, даже не буду, а, опять же, будет пак из двух скинов, и что ж, давайте посмотрим скин Марса Дайгерса. Uh, сейчас, к сожалению, он забросил немного канал. Видео на нем пока что не входит. Ну, а давайте пока что. Вот он у нас. Вот. Как раз они у меня готовы. Два скина. Uh, uh, вот, друзья. Выходим вот так. Вот так. Собственно... Что-то не так, да? Или же все так. Ладно, заходим, собственно, в игру и смотрим его скин он должен быть довольно качественным. Ну ладно, давайте, друзья, ждем, когда загрузится мир. Так, окей, и вот у нее даже 3D рука, друзья. Это очень классно. И давайте посмотрим от третьего лица. Так, ну, режим селфи, да, так называется. Вот у него даже 3D микрофон, очень классная картинка на груди. И, собственно, друзья, скин выполнен 3D. Можете скачать эти два скина в описании. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Собственно, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, как это говорю я всегда. До скорых встреч!